Сколько вы уже в деле? 40 лет? 50. Спуститесь ниже. Вы глазам своим не поверите. Ребенка держали в клетке. Мы ищем девочку. До сих пор пробирает, да? Разве может быть иначе? Как дела, девчонки? Прекрасный денек. А с вами дорога еще приятней. Последний раз я так радовался, когда ты привела маму. Ты же говорил, что мы завязали. Давай еще разок. Где груз? Людей не вожу, пора уже запомнить. Как думаешь, что случится с твоим братом, если не отвезешь девочку куда надо? Ты поведешь. Мы же не будем проверять лично каждую стоянку грузовиков. Ты хотел поработать по-взрослому? Это твой шанс. Деннис, это девочка. В смысле? Вести надо девчонку. Что? Что случилось? Теперь мы связаны. Кое-какие уроды желают этой девочке зла. У них повсюду глаза и уши. Просто вернем девчонку, и они от нас отстанут. Я ее не отдам. Ты же справишься. Сестренка, подумай о своей безопасности. Я хочу помочь девочке и тому, кто ее защищает. Я пошел в ФБР, чтобы помогать людям. Здорово, что у тебя есть цель. Я вот даже не понимаю, от чего бегу. Не спускай с девочки глаз. Она наше спасение. Главное, чтобы им на хвост не села куча копов с пушками на изготовку. Мы нужны ей не меньше, чем друг другу. Зачем вам все это? Не важно, зачем. Важно, как я добиваюсь цели.